perseguido, ¿no? Yo siempre percibo que me perseguido. No, 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 Подземет бронзовая пирамида. И вот теперь карта благодарна. Ну как и закат. Можешь проверить. Здесь ни одного игрока на карте нет. То есть вода есть там. Можно тут что-то поставить. Посерьезнее. Есть поставить, тут мост закрыть. Тут. И через слос нужно вылезти. Башня. Миш. Мы уже будем брать только военачальника Херодии. Особо. Ну да, что-то нам повезло. Тихо. Всегда. Вондоры Садового моря. Ну. Городок. Хорошо, как город. Вот какой-то подземный город. Вот так мы, допустим, насобирали. А идти как его что-то захватывать? Куда идти захватывать? Туда идти на несколько городов. Три. Города четыре. Ну, по сути, мы там на три пока дойти. Четыре. Двумя героями, с двумя. Что и рядом ничего не подходится. А у него там 5 героев. Вот. И 3 города, что там. Да. Ну, не самописанного тоже. Да, наверное, нет. Так все бросить тоже. Черная карта в этом скрытая. Плюс был бы. Если бы она частичная. То скрытая или нет. Потому что не, вообще не ясно. Не шоу. А все можно вести. Капли что-то знаю, там вести раскоп. И так мы не видим. Ну какая-то же карта есть, да ладно, типа. Красного. Вот. Прям светились. Шо? Ну типа город или... Зу. Сиза Зу. А вот город или... А наверху что-то. Ну, наверху. Даже не знаю, где.
все, Марьяна, как говорят, мы уменьшили это количество. Потому что там оно их вообще создало, значит, пустоши много сильно. А у тех, кто какие-то там полуостровные, вот такая типа полоска. Тут вот, ну, кусок карты. Ну зачем, чтобы можно находиться в этой игре? То есть есть армия, можно куда-то пришутать, а так где-то просто бродить по еще 50 туров там обратно. То есть что ж, по границам. По границам бродить это как кошмарки. Бруха, да за эти замки это скорее всего чьи-то герои. Вот эльфийские, а это, а все были одинаковые как города. Ну понятно, чьи. Это только не, ну те краты, это о, черт. Ну по земле, да, у нас немного было Пскова, но тут выбор куда-то хоть, ну, пробиться есть. Ну. Разница, что мы поставили, что он уже есть там. Да. Просто время там чересчур уже затянуло. Ну, пускай все это драконийское. Понюхали уже все. Вот лимон. Мир. И опять. Ну, моря тоже не спит. Как-то внутреннее моря не было. Головые озерцо такое. Вокруг. То есть тут за структуру явно, что мы можем куда-то продвинуться, а не бомбить там округу этих. Разбойничьи там уделы там. Просто разбойников не так выгодно убить, как кажется. Они трохи защищают, но там монстров можно. Ближайший. Ну тут хитро, да, вообще. Можно поставить. Например, город не пазл. Но только тут нет, вот этот город сделан. А здесь есть место. Но ничего нет, никакой. Ну какие-то знания. И стоит прямо на краю пытаться все поставить. Просто тут водный какой-то, а вот угол. Наверное, куда с ним можно попасть? Это что? Нет, тут есть какие-то входы. Но опять же. Непонятно, можно ли. Ну, это ж. Не базар.